волнами белыми раздувает шторы по пути. Кроличья нора, полчаса на сборы, но сначала кофе, все так одинаково. Но я знаю твой профиль, шаг за шагом идти вперед. Падаю под землю все ниже и ниже, я чувствую тебя, я тебя вижу. Потанцуй со мной в параллельной вселенной, где нас тоже нету. Потанцуй со мной, потанцуй со мной. Мне нужно вспомнить, кто я. Да, если бы все было так просто, если бы было легко забыть о том, что объект вообще что-то значит. Да, сама способность любить есть не что иное, как осознание Бога в самой доступной форме. Да, Алисе сложно с собой, она знает слишком много. Она шепчет: ну давай, давай, покажи свое лицо. Я слишком долго жду ожидания встречи, конечно, тоже само по себе ничего. Но пора бы уже перейти от мысли к делу. И, кстати, опять проехала станцию, и это уже надоело. Ведь это потеря времени, потеря смысла, потеря себя. И, кстати, у кого это было? Может, это и есть свобода жить, никого не любя? Скорее на свет, скорее наверх, подменяет реальность этот вандерленд. Потому что я хочу потанцуй со мной в параллельной вселенной, где нас тоже нету. Потанцуй со мной, потанцуй со мной. Мне нужно вспомнить, кто я, вспомнить, кто я. Алиса просыпается одна, Алиса открывает реальность ключами, плывет по волнам, и все, что было в начале, по пути. Кроличья нора, полчаса на сборы, но сначала кофе. Шагом идти вперед, падаю под землю все ниже и ниже. Я чувствую тебя, я тебя вижу. Приветствую, коллеги. После длительного перерыва возвращаемся к разговорам с вами. Ну, рад вас всех видеть, слышать, читать. Давайте разговаривать, как всегда. С радостью отвечу на ваши вопросы. Поехали. Добрый день. Какой доклад планируете на Харьков Джаз? Планирую посетить. Рад, что вы планируете посетить. Я собираюсь, скорее всего, рассказать про сложные сценарии с производительностью, с анализом производительности Vue. Добрый вечер. Почему так мало вакансий на Vue в Харькове? Ну, потому что, в принципе, аутсорс всегда чуть-чуть отложено. Воспринимая технологии, поэтому на Vue не так много вакансий, но их более чем достаточно в Харькове. Когда Харьков JS? Ну вот вы знаете, а что мешает зайти буквально за одну секунду на сайт и посмотреть 5 и 6 октября? Так. Ты еще жив? Что нового произошло за последние 2 недели? Пришла деталька с мотоцикла. На мотоцикле повредилась кольцевая антенна и мобилайзера. Из-за этого там цена вопроса с какие-то там 1000 гривен смешные, но 3 недели же пришлось ждать
пока нужная железка придет из Германии. Поэтому страдал без мотоцикла, пришла железка, все хорошо. Съездил на Винницу в ЦДЖС и выступил там. В принципе, вроде получилось интересно. Планирую немножко расширить доклад, рассказать на Патреоне. Привет, в Минске будешь тот же доклад рассказывать, что и на холле? Нет, конечно, я не повторяю доклады. Это моя принципиальная позиция, никогда доклады не повторяю. Привет, что с общими видео по Vue? А кто сказал, что они будут? Мы обещали сделать, во-первых, курс по Vue, но курс по Vue, во-первых, я собираюсь сделать не сам. Во-вторых, я четко говорил, что я не знаю, когда это будет, потому что у меня и у Наташи очень большая занятость. У нас в том числе и парные доклады есть, будут, поэтому надо готовиться. И я планирую там делать минимальное количество видео. Не хочу делать чисто видеокурс, как все остальные. Как лучше готовить Vue плюс TypeScript, Vue Class Component или Vue Extend? Ну, можете взять Composition API, который многострадальный RFC. Vue Class Component нет смысла брать, его же официально сказали, что этого API в третьем Vue не будет, поэтому я не вижу смысла завязываться на стек, которого точно не будет в третьем Vue. Так, учились в мотошколе? Да, конечно, в шлеме. Вы юзаете квазар, хайп начинается вокруг него. Нет, я никогда, мне сам квазар никогда не нравился, даже когда я писал на, ну, именно вот на какой-то конкретно, когда у меня был выбор, на чем писать на Vue. А сейчас, ну, по понятным причинам, квазар меня на моей основной работе не сильно интересует. На HolyJS в декабре не поедешь, то планирую поехать. Почему нет? Более того, я там, скорее всего, буду не только выступать. Только да, оно не в декабре, оно в ноябре. Какими guidelines руководствуешься для объявления функции const versus function keyword? Спасибо. Господи. Ну, все просто, на верхнем уровне function, если я объявляю функцию внутри функции, то это const. Вы знаете, у меня простой вопрос. А как, вот, к примеру, предположим, что вы жестко инфорсите какую-то политику. А как ее применение делает ваш код лучше? То есть с некоторых пор я начал четко различать вещи вида применения этой практики делает мой код лучше и применение этой практики, скажем так, это просто меня бесит. То есть вот допустим, когда я смотрю на код написанный, где там все функции объявлены через const, да, вместо function keyword, меня это бесит. Но я об этом слова не скажу, просто потому что я понимаю, что миграция с const на function keyword не дает никакого преимущества в качестве кода. А то, что меня бесит, это мои проблемы. Это очень такая важная философия. Что там красиво светится? А это этот ксиомовский светильник, который разными этими может, разными цветами переливаться. Если звезды будут, как это... благосклонны, то сейчас даже покажу. Открою мехом. Да. И сможешь ты мне чего-нибудь показать? Давайте попробуем. Да, работает. Это я с телефона сейчас. Управляю по Bluetooth. Достаточно нестабильная штука, но сегодня, видите, она в хорошем настроении. Что ты думаешь по поводу Composition API Vue 3? Я думаю, что это сложно.
Но хотя бы это типизируется. Приятно, что хоть что-то типизируется во Vue. Ну, то есть, смотрите, у меня есть огромный список претензий к Composition API. Они все мелкие, но суммарно складываются в то, что никакого, допустим, желания добровольно использовать Composition API у меня не возникает. Но! Есть одна причина, по которой я все равно буду его использовать. И эта причина то, что альтернатива для переиспользования... для переиспользования функциональности, а именно миксины, в разы хуже, чем Composition API. Поэтому придется использовать. Стоит ли описывать типы редакс, или этого того не стоит. Как показывает моя практика, это того не стоит. Хотя это, знаете, как это, любимое развлечение всех программистов-типизаторов прописывать типы редакса. Долго, утомительно, безрезультатно. Но это сугубо мое мнение. Как говорится, your mileage may vary. Да. Так, Виннице Папич живет. Ну, я рад за Папича. Никогда не относился к числу его фанатов. Ну, то есть, я знаю, кто это такой. Суммарно, наверное, минут 20 просмотра его стримов набралось. Но нет. Так. Вернулся, кстати, на Patreon. То есть, сегодня вышло видео. На завтра видео тоже уже записал. Буду писать дальше. Был у меня, знаете, такой... Не то чтобы отпуск, я как акын. Кто не знает, кто такие акыны, это у чукчей и у схожих народностей. Певцы, импровизаторы. Ой, господи, почему у чукчей? Вообще бред говорю. Туда, в Среднюю Азию. Киргизы, казахи и прочее. И вот акын, он что видит, то и поет. Вот так и я. Поэтому, а последнее время у себя в GitLab я видел много CSS, и про него я петь пока не готов, потому что это будет очень длинная и заунывная песня. Поэтому вот последнее пью про GraphQL. Есть ли в Харькове места, где можно пообщаться на тему стартапов, разработки своих проектов? Есть ли... Извините, если вопрос не совсем не по теме. Да нет, вопрос хороший, точно есть. Господи, сейчас я даже скажу, как это называется. В Харькове регулярно проходит стартап... Господи, стартап-крэш. По-моему, называется стартап-крэш-тест. Но я не знаю, проводят ли его сейчас. Ну, то есть понятно, что, скорее всего, летом не проводили. Все традиционно уходят на отдых. Давайте посмотрим ради интереса. Ну, в Харькове есть тусовка стартаперов, это абсолютно точно. Вижу, проводили 27 марта. Ага, это было причем в Киеве. Ну, в общем, поищите. Я абсолютно точно знаю, что стартаперы в Харькове собираются в Хнуре. Стартап сейчас. Хнуре вечер. Как же это называется? Не помню, но поищите, абсолютно точно есть. Вот. Так, спасибо большое за курс по Node.js. Спасибо всем, кто на него ходит. С какими интересными проблемами ты столкнулся при его разработке? Самая интересная проблема в том, что фактически в пайплайне запускается код, который может делать все. Необходимо обезопасить код студента для того, чтобы он не полностью не разрушил окружение, не разрушил тесты и так далее и тому подобное. Что имеется в виду под описывать типы редакса? Ну, Flow, TypeScript или что-то подобное. Используется ли нода в качестве бэкэнда на реальных проектах вместе с React? Стоит ли учить вообще? Конечно, сплошь и рядом. Как ты относишься к подходу BFF, Backend for Frontend? Превосходно, считаю его очень правильным.
Стараюсь быть фуллстеком, сейчас на PHP, если перейти на JS, будет ли легче уменьшать объем технологий в голове? Ни разу не легче. Как ты думаешь, есть ли перспективы у фреймворков Nuxt Next? Есть, конечно, ну то есть проекты большие, живые, решают очень важную, насущную, болезненную задачу организации сервер-сайд рендеринга в React и во Vue соответственно. То, что сервер-сайд рендеринг как подход, в принципе, очень уродлив, ну, рано или поздно это пройдет. Пройдет, я не могу предсказать, каким путем, но от этого я не думаю, что перестанут существовать Nuxt и Next, просто они видоизменятся вслед за SSR. А что не так с CSS в GitLab? 7 лет фронтенд в GitLab разрабатывался по-разному. Поэтому какой препроцессор, методологии используется CSS и в среднем никакой методологии. То есть, ребят, поверьте, я еще не видел ни одного проекта, который существовал бы больше 3-4 лет, в котором с CSS был бы порядок. Вот процесс наведения порядка — это всегда больно. Добрый вечер. Можете поделиться мыслями и опытом. Хорошая ли практика позиционирования девелоперов как продакт-девелоперов? Это типа ущемление прав PM-ов, преимущества, недостатки. Вообще, ребят, как бы вам сказать, по-хорошему каждый программист должен, когда мы говорим о продакт-девелопере, должен ощущать свою ответственность за продукт или за проект. Проблема в том, что, ну то есть, грубо говоря, если мы возьмем GitLab, GitLab прям в своей документации говорит о том, что you are a manager of yourself. Вы менеджеры себя. Какое к черту здесь ущемление прав PM-ов? PM — это служебная роль. Задача PM-а — не управлять. А грубо говоря, точнее не так. Управлять не тоталитарным режимом, а осуществлять процессы, помогающие разработчикам меньше отвлекаться на непрофильные активности. То есть там провести планирование, еще что-то, обеспечивать предсказуемость работы разработчиков. Внезапно это сервисная роль. Так же, как и программисты, мы обслуживающий персонал, в свою очередь. Поэтому другое дело, что в какие недостатки, да то, что большинству пофигу. Ну, то есть не то, чтобы большинство, значительная часть разработчиков, как бы это ни прискорбно, это не проблема программирования, это проблема любой профессии. Не любят свою работу. А когда ты не любишь свою работу, ты работаешь на ней по часам. Отсюда и выходит. Все вытекающие. Какую последнюю книгу прочел? Давайте сейчас глянем. Я их несколько читаю. Открывайся, читалочка. Я читал банальная, собственно, книга. Собственно, две книжки. Одна — «Думай медленно, решай быстро». Это классика, собственно, принятия решений. Просто она в свое время прошла мимо меня. И вторая — это Джон Кинг, «Лидер и племя. 5 уровней корпоративной культуры». Как в React'е отрисовывается дерево компонента сверху вниз и наоборот? А как вы можете отрисовать снизу вверх, если для того, чтобы понять, какие компоненты будут внизу, вам надо выполнить рендер-функцию верха? А есть ли у тебя какие-то побольше проекты на GitHub, где можно увидеть, как ты структурируешь свой код? Нет, конечно. Ну, зачем? Привет, смотришь чай? Конечно, смотрю, болею за Na'Vi. Очень огорчен, что им не хватило одной карты, чтобы пройти в верхнюю сетку. Вот хронически, я очень люблю соло как капитана, но очень не люблю Virtus.pro как команду, поэтому за них слегка не болею. Что думаешь о 8-м ангуляре? Выбрал бы для его нового проекта на данный момент? Смотря для какого. Если бы мне дали команду середнячков медлов и сказали delivery что-нибудь, и это что-нибудь достаточно стандартное, офисно-бизнесовое, взял бы, скорее всего, ангуляр. Нет ли такого, что работать дома постепенно начинает приедаться, и пытаешься выбраться куда-то с ноутом и поработать? Нет,
Я, честно, я не фанат мест. Я людей люблю гораздо больше, чем места, поэтому я могу там 24/7, как это, работать из дому, и меня совершенно не будет парить. Главное, чтобы это, контакт с людьми был важный, как-то важный, своевременный и интересный. Вообще, как бы, я не фанат путешествий и, ну, как это, увидеть другие страны, не то чтобы не мое, я бы не сказал бы, что я домосед, но для меня это, опять же, скорее для меня это скорее возможность, опять же, сконтактировать с новыми людьми. Иногда смена картинки помогает решать задачи, но я, короче, это не мое. Что бы ты спросил у Джуна на собеседованиях? У меня есть видео на канале, почитай, посмотрите. Я, ну, просто правда, очень устаю рассказывать одно и то же. Оказался инфобизнесменом с нулем опыта в программировании. Я не понимаю, о чем вы. Какой Vue UI фреймворк больше нравится? Использовал Element, хочу попробовать Vueify. Ребят, понимаете, вот эти все фреймворки вьюшные, они очень активно развиваются. Поэтому если я вам скажу, что мне фреймворк X нравится чем больше, чем Y, это может оказаться неправдой, потому что я фреймворк Y пользовал полгода назад, а фреймворк X 3 месяца назад. Поэтому как-то так. То есть мне больше всех нравился Vueify, но это спорно. А ты говоришь, что создание курс, что мидл-разработчик должен знать по ноде? Все стандартные решения. Вот серьезно, то есть есть совершенно понятный список классических задач, грубо говоря, построение REST API с авторизацией, со всем и так далее. Вот он должен уметь это делать. Ты говоришь, что не хватает времени на создание курсов, почему не выбрать это как основная работа? Потому что я считаю, что учить тому, чем не занимаешься практически, это, как бы потактичнее сказать, слегка на обманулого. Это моя точка зрения на данный момент. Поэтому я принципиально не хочу заниматься только курсами full-time. Вот просто не хочу. Так, писал ли что-то серьезное на Svelte больше туду? Слышал, что делаешь доклад по Svelte, когда будешь рассказывать или уже рассказал? Я рассказывал его, его даже можно найти в интернете. Я рассказывал его на Astana.js. Я буду рассказывать про Svelte немножечко другой, ну не немножечко, а другой доклад в Минске, вот на следующих выходных, буду еще, поэтому в принципе как-то так. Привет, что скажешь про GitHub Action, многих GitLab привлекал своим CI/CD из коробки, теперь CI/CD будет и у GitHub, чем ответить GitLab? А зачем GitLab'у отвечать? Если вам кажется, что единственное, как бы, преимущество GitLab это CI/CD, это далеко не так, и GitLab по сравнению с GitHub, GitHub по сравнению с GitLab находится в самом начале пути до построения полноценного DevOps цикла. Что же касается GitHub Actions, это очень смешная штука. Любым людям, которые хоть как-то знакомы с майкрософтовским стеком, они не привнесли вообще ничего нового. По сути, и как ни странно, сами майки это не скрывают, это обертка в виде немного другого языка над Azure Pipelines. Поэтому как-то так. Какая самая интересная задача, проблема, решение тебе попадалась в GitLab за последнее время? Вы знаете, за последнее время, ну то есть все время, которое я занимаюсь в GitLab, я занимаюсь совершенно скучными вещами. Я верстаю, типа вот у меня задача сейчас, я верстаю три компонентика для нашей дизайн-системы, потом там делал всякие ссылочки,
админки, в админке, потом там еще что-то. В общем, мелочи, мелочи, мелочи. А что за митап в Минске, где ты будешь выступать? Айтеч форум. Я не уверен, насколько я знаю, это внутренняя конференция компании IT-Chart, на нее нету свободного доступа. Какая библиотека для менеджмента состояния тебе больше всего нравится в React? Ну, Mobix и Mobix State 3. Что стоит почитать по оптимизации производительности фронтенда? Ну, блок V8. Docker, Node, Express, React — это норм стек для небольших сайтов и админки, а-ля за 500 тысяч UE? Нет. Это будет финансово невыгодно. А тот же WordPress на таких суммах и на таких сроках разработки уделает вас в хламину, еще и оставит за бортом. Так. Разбив все на сервисы, сажали ресурсы в кубе, становится дорого. Что делать? Опять объединять. Ох уж я не верю, что именно разбивка на сервисы сажала все ресурсы. Скорее всего, поиграйтесь с квотами в кубе. Форум закрытый, раньше были пригласительные для друзей, сейчас, увы, нет. Ну, вот так. А как же медленно сворачивающиеся дифы в GitLab? Это была интересная проблема. Так нет, это не интересная проблема, потому что она еще не решена. Так. Получается ли соблюдать work and life balance? Нет, а зачем его соблюдать? Ну, ребят, соблюдать work and life balance надо, если вам кажется, что у вас страдает work или life. Вот прямо сейчас у меня нет ощущения, что у меня что-то из этих двух вещей страдает. Поэтому, чё мне париться? Мне нравится. Привет, пишешь ли в GitLab сейчас юнит-тесты для компонентов и на чем? Jest? Да, пишу на Jest и Vue Test Utils. Он буквально 2 дня назад создал merge pull request во Vue Test Utils с фиксом бага. Так. Откуда делать запросы капи в React-приложении, которые используют контекст API для state-менеджмента? Создавать отдельные компоненты, которые не несут view логики и делают только запросы. Делаю 3 компонента, ссылочки верстаю. Разве это не все то, что раньше абсолютно не нравилось делать? С чего вы взяли? Понимаете, как бы вам сказать... Я совершенно спокойно отношусь к такой работе. Более того, если вам скажу, что там типа заверстать спиннер в GitLab занимает 3 недели, ой, господи, 3, не больше, наверное, месяца полтора, то вы меня не поймете и покрутите голову у виска. В то же время это много интересных вопросов, много командных взаимодействий и прочее. То есть написание кода. Это не самое главное. Будем... Как это? Вот я внезапно, и это, наверное, такое сакральное откровение за последние 2 месяца, я внезапно для себя согласился с утверждением, что хорошие программисты пишут код, отличные программисты создают ишью. Вот я учусь, пока только учусь, быть отличным программистом. Если вы пропускаете вопрос, значит, вы его специально пропустили, или, может быть, случайно, и можно дублировать. Дублируйте, ребят. Классный значок, как получить такой же. Это мне дала Наташа, поэтому где она его взяла, я понятия не имею. На контрибьюте, где мы с ней были, таких значков не было. Поэтому понятия не имею. Кому принадлежит сейчас GitLab? У него куча инвесторов.
Как будешь все успевать, когда появится ребенок, и чем из проектов пожертвуешь? А кто сказал, что у меня появится ребенок? У меня пока ни жены, ни детей, ни планов, ни на жены, ни на детей. Просто для меня странно слышать, в моем понимании сеньоры такие тривиальные вещи не пишут, поэтому удивился. А что это за снобизм? Ну что значит, сеньоры такие тривиальные вещи не пишут? А то есть... как это... Мне кажется, одна из важных экспертиз программиста это не то, что экспертиза, навыков программиста это не быть снобом. То есть, насколько рационально использовать мой скилл в отношении компонентов, если я буду на них сидеть пару лет, у меня, скорее всего, возникнет вопросы. Сейчас я занимаюсь этим 3 месяца, и я могу прям по пунктам составить там 20 пунктов, как, насколько меня это развило в GitLab. У меня значков больше нет, не спрашивайте. Вот. Есть ли какой-то сайт-проджект, над которым ты работаешь только для удовольствия? Как ни странно, моим сайт-проджектом, над которым я работаю для удовольствия, является вот мое видео на Патреоне. Несмотря на то, что это мне приносит деньги, это скорее как приятный бонус. То есть, если курсы это все-таки пытается быть бизнес-проектом, то Patreon это игра в долгую. Один человек во Vue.js.ru это сказал, что так Климов ничего полезного не рассказывает. И я с ним... согласен процентов на 70. На Патреоне я рассказываю часто вещи, которые неприменимы в реальной жизни. И почему так? Точнее, не так, неприменимы мгновенно в реальной жизни. Потому что Патреон — это игра в долгую. Если у вас в GitLab общее место с компонентами, как Storybook, да, есть в проекте GitLab UI, который занимается созданием компонентов, и я продвигаю сейчас внедрение Storybook для основного проекта. Какая политика в GitLab найма стажеров? Джунов они есть или как в Netflix только сеньоры? Сеньоры и мидлы. Джунов не нанимаем, потому что тут и мидлов приходится учить очень много. Какую тестовую библиотеку чаще всего юзал под ноду? Какую порекомендуешь? Jest. А никакого негатива, тут скорее, что мастеру делает тривиальные вещи чуть ли не во вред. Вы знаете, за 14 лет, 15 уже работы программистом, я, наверное, не могу придумать сценариев, когда сеньору делать тривиальные вещи чуть ли не во вред. Другое дело, что это требует, давайте называть это духовной практикой насмирения и готовности и открытости искать что-то новое там, где нового не видно с первого взгляда. То есть я сталкивался с большим количеством программистов, которые говорят, вот, я развиваюсь туда. И если, не дай бог, его задачи не развивают его в этом направлении, все, говорит, это, говорит, херня, это чушь, то, что я делаю, это неправильно, менеджмент использует меня как молоток для забивания шурупов или как отвертку для закручивания гвоздей, все. Реальность, она интереснее. То есть, когда тебя используют для решения каких-то задач, то иногда стоит, как это, да, если жизнь дает вам лимоны, делайте из них лимонад. Так, что лучше, FrontEndConf или HolyJS? Обе конференции достойны в моей картине мира, но они немножко разные. В моей картине мира, если вам хочется больше хардкора, то это однозначно на Holy. Если хочется большей мгновенной практической применимости, это на FrontEndConf. Кажется, что при размерах GitLab важно уже не кодогенерацией заниматься, вдумчиво контролировать сложность. Так что спиннер за полтора месяца в принципе нормально. Я еще не закончил его. Поэтому посмотрим, во сколько это выльется по итогу. Что такое System Design? Понятия не имею.
Пользуешься ли Куокой в Wallaby? Насколько сильно помогает в работе? Да, пользуюсь Wallaby. К сожалению, в условиях GitLab настроить его слегка сложно, хотя на GitLab UI я его использую. Насколько сильно помогает в работе? Мне очень... Знаете, это дает вот как механическая клавиатура, которая... Вот ты получаешь приятный тактильный фидбэк от работы с ней. Так и Wallaby, то есть ты можешь эти же тесты запустить в отдельном окне и получить то же самое. Вот это приятный тактильный фидбэк. Так, что лучше использовать? React Router Redux или Connected Router для маршрутизации в сложном React Redux приложении? Расскажите, зачем вам понадобилось состояние в Redux? Подскажи, пожалуйста, по настройке ноды, которая должна будет транспалиться с тесты, с юнит-тестами. Для них беру Jest, хочу все проверять на CI. Не особо понимаю, как оно будет работоспособно. Ну как? Вы будете просто брать в простейшем сценарии, совсем простейшем. Вы можете взять Бабель, который умеет TypeScript, и просто делать require Babel register и подключать TypeScript-овые файлы в своих тестах. Все. А поскольку Jest недавно, ну как, уже на самом деле с давних пор бесшовно интегрируется с Бабелем, вот так. Готов поспорить, что есть и другие решения, которые позволяют использовать какой-нибудь TS-нод или что-то подобное, но это первое, которое мне пришло на ум. Про базовый курс по JS в сентябре есть новости? Да, вероятность того, что базовый курс по JS будет в сентябре, мала. Вот вам новости. В последних двух проектах какие UI-фреймворки использовали? Там Beautify 2 вышел, юзали. Нет, что спорного у Beautify. А честно, вот Beautify меньше всего вызывало отторжение, сразу и не вспомнится. Какие UI-фреймворки использовал? Вот это был Beautify. Хайп по Svelte уже закончился или он еще не начинался? Да он только разрастается. Хотел бы провести онлайн-курс для .NET разработчиков, но не знаю, как решить вопрос для принятия оплаты и налогообложения. Можете подскажете, как у вас все это устроено? Да легко. Я не знаю, вы из России, из Украины. Договор публичной оферты, в котором прописано, за что принимает разработчик, за что платится. Обратите внимание, чтобы формулировки в этом договоре публичной оферты совпадали с вашими видами деятельности. У нас в Украине это КВЭД, то есть, как же это, виды внешнеэкономической деятельности. Почему, вот, у меня это, у нас отдельный КВЭД для оказания образовательных услуг. А дальше принимаете деньги на частного предпринимателя и честно платите с них налог. Вопрос не по теме. На каком мотоцикле ездишь? BMW GS800 Adventure. Как в GitLab решается проблема выбора между продуктовыми и техническими задачами? Как менеджеры относятся к тому, что разработка увеличится в два раза из-за того, что нужно продумать архитектуру? Совершенно спокойно. Что значит продуктовые и технические задачи? Ребят, у нас, скажем так, почти все задачи, они... Давайте сказать, почти наверняка продуктовые. Но все спокойно относятся к тому, что ты решаешь технические задачи в рамках продуктовых. Так, Flutter или React Native? Flutter. У вас в GitLab Atlassian пакет? Если нет, то что? Ребят, мы докфудим. У нас в GitLab GitLab для решения задач. Ты не устал отвечать на вопросы про GitLab? Нет, они в конце концов мне деньги платят. Ну, раз людям интересно, почему нет? А компании по разработке у вас нет уже, правильно? Ведь только курсы и сами работаете или ошибся? Да, я закрыл компанию и дико счастлив по этому поводу. С момента закрытия компании это были самые прибыльные месяцы в моей жизни. Так... Что бы ты сделал, чтобы улучшить ситуацию в GitLab? Мы приняли... Как это? Смотря что. В плане CSS, слава богу, это не моя забота. Мы пошагово, постепенно улучшаем это, создавая issues.
Говорят, на 800-м гусе динамики на низких не хватает, не планируешь на 850 и пересаживаться. Честно, вообще не чувствую, чтобы динамики не хватало. Ну, то есть, я вот буквально недавно, вчера завожусь, трогаюсь и думаю, что-то как-то он не тянет на низких. Потом смотрю, а я на третий стартанул. Поэтому я вот сел и поехал, ну, то есть, вообще без проблем. Поэтому не соглашусь. Планирую через пару лет пересесть на старшего гуся, на 1250-й. Так, почему так много вопросов про GitLab? Спросите у людей, я отвечаю на те вопросы, которые людям интересны. Видимо, потому что я там работаю. Опиши, на что именно уходит время по разработке спиннера. Ну, смотрите. Вы сделали спиннер, точнее так, у вас дизайнер выкатил дизайн спиннера, описаны спецификации, конкретные размеры спиннера. Вы заверстали спиннер, потом заверстали его еще раз с применением SCSS, ну там, господи, новая политика организации классов. Потом написали на это тесты, потом написали на это примеры, которые пойдут в дизайн-системе. Потом расписали этот канал, потом проверили, что этот спиннер, вот у вас были раньше классы в этом CSS спиннере, что эти классы не используются во всем в остальном проекте. То есть, грубо говоря, что ваш проект не лезет во внутренние классы спиннера. Вы бы начали работать в GitLab удаленно, в GitLab все работают удаленно. Потом нашли, собственно, там места, где эти места, где этот спиннер некорректно стилизуется снаружи. Создали мерджи-квесты на эти места. После этого создали мерджи-квесты на сам спиннер, на тесты и так далее. Вот как-то так. Твоя позиция в GitLab staff engineer, фронтенд staff инженеров нету. Если нет, то чем ты именно не понравился, чтобы не получить эту позицию? Просто пока staff в GitLab нет. Я очень надеюсь, что Наташа Теплухина, которая со мной работает, будет первым staff в GitLab. На прошлой трансляции вы утверждали, что будете распускать телеграм-канал для не Patreon подписчиков, ожидать ли киков. А вы меня неправильно поняли, ни в коем случае никогда канал для не Patreon подписчиков не будет распускаться. Ну что за чушь? В конце концов, это сообщество, которое строило, просто взять их кикнуть, это какое-то неуважение. Я говорил, что наоборот, канал для Patreon подписчиков будет чиститься от тех, кто не активен сейчас на Патреоне. Как убедить фронтов, что стабильность и качество важнее, чем быстрое вливание тикета? Воюю за обязательные регрессивные тесты и модульные Cypress-тесты. Автоматизатор уже тоже устал и готов стрелять. А кто вам сказал, что это важнее? Так... Месяц назад устроился джуном, учил React, но на проекте использует Angular. Надо учить Rx. Можешь дать какие-нибудь полезные ссылки для изучения? Не могу. Посмотрите доклады Наташи про Rx. Да, наглый хайп Наташи. Совпадение? Не думаю. А как найти канал для подписчиков? Если вы подписаны на меня на Патреоне и вас там нет, напишите мне в личку в Телеграме или в Патреоне. Как относишься к ТДД? Пробовал сам? Пробовал, отношусь равнодушно. Я предпочитаю писать тесты после того, как написал прототип. В каком районе Харькова живете? Ну, прям сейчас вот это веду трансляцию. Это вот дом на набережной, то есть напротив цирк. Что скажете о Nest.js, если опыт его использовал? Есть, Nest разочаровал, больше использовать не буду. Вместо этого, если мне предложат при прочих равных, возьму этот Loopback 4. Nest разочаровал тем, что
он такой в неправильную сторону энтерпрайзнутый. То есть у вас получается код, который выглядит абсолютно одинаково, как код, написанный на каком-нибудь Symfony, на PHP, на каком-нибудь на Laravel. Это, знаете, вместе с водой выбросили ребенка. Потерялось все гибкие преимущества JavaScript. Это субъективное мнение, это не, от этого не делает Nest менее качественным, просто loopback мне заходит так. До сих пор успешно юзаешь Wallaby? Да, если альтернативы, понятия не умею, Wallaby полностью устраивает. А не хочешь обратно в DevOps? А когда я был DevOps'ом? Или вариативность задач во фронте устраивает? Ребят, в рамках работы над курсами я там DevOps'ю по полной, начиная от патчинга GitLab Runner'а, потому что то, что мне надо, GitLab Runner, к сожалению, не умеет, заканчивая, собственно, CI, CD, взаимодействием с GitLab API, облачными функциями, которые обрабатывают GitLab'овские хуки. Развлечений хватает. Так. По субботам в Старой Гвардии еще собираетесь? Очень душевные трансляции были. Нет, не собираемся, потому что... А без понятия. Захотят, будут собираться. С моей стороны инициативы нет. Но, как говорится, если будет инициатива с их стороны, why not? Но, знаете, наверное, это нормально. То есть... что люди, как это, со временем надо всем двигаться дальше. Почему не все вопросы отображаются? Потому что иногда мне лень кликать. То есть для того, чтобы отобразился вопрос, я должен вот так вот кликнуть в вашу аватарку, и он отобразится. Есть ли опыт настройки GitLab CI для монорепозиторий? Конечно, есть. Много более я про это обязательно расскажу на Патреоне. Я начинал тему про монорепы. А будешь в ноябре на холле в Москве? Абсолютно точно буду. Так. Как работает всплывашка с вопросами? Я же говорю, я вот кликаю на вашу аватарку в чатике, и работает вот такая вот всплывашка. Для этого написан собственный код. Так, что думаешь про ReasonML? Стоит ли изучать? Стоит, мозги хорошо дисциплинирует. Какие темы в математике и компьютер сайенс нужно знать фронтендеру, чтобы быть true программистом и не фармашлепом? Никакие. Серьезно. Ребят, граница между true программистом и фармашлепом пролегает не в области математики и знания алгоритмов. Я все еще жду разбора на Патреоне по поводу этой всплывашки. Даю вам слово, в августе выйдет. Я же говорю, был такой, знаете, я же говорю, полулетний отпуск. Где брать идеи для сайт-проектов и хакатонов? Ребят, честно, не знаю. Ну вот, вы мне задаете вопросы из серии, как придумать идею для стартапа? Камон, вы задаете ее человеку, у которого нет стартапа. Или там, где брать идеи для сайт-проектов и хакатонов? Мой ответ простой. Берите задачи, от которых у вас болит. Насколько помню, я ищу и Lotus, от чего больше удовольствия получаешь от авто или мото. В основном это разные виды удовольствия. То есть на Lotus это очень прикольная штука с запредельной динамикой, позволяющая творить всякие интересные вещи даже на малых скоростях. А мото это одна бесконечная динамическая медитация. У меня реально мозг на мотоцикле сверх отдыхает. Нужна эта моральная категория, нет объективных аргументов о долженствовании. Хорошо, что я не мыслю подобными категориями и адекватно отношусь к употреблению слова «нужно» другими людьми. Вы юзали Firebase, что про него скажете? Очень специфическая платформа. То есть она в ряде задач очень красиво их решает, но не во всех задачах, иногда она привносит головную боль.
На техтрейн в Петербурге не звали или решил не ехать? Они звали, но дело в том, что они меня позвали очень поздно, я к тому времени уже пообещал выступить в Минске. А ехать один день туда, один день туда не хотелось. Но звали. Наша команда решила вытаскивать все зависимости в монорепу, библиотека компонентов, FP-библиотека, настройки ESLint-StyleLint не добавится лишней головной боли. Добавится, а зачем разделить, ну типа не связанные сущности хранить в монорепе? Потому что в моей картине мира настройки ESLint, библиотека компонентов, FP-библиотека — это все разные не связанные вещи. Обучить программированию можно кого угодно, я считаю, что нет. Если для практики я захочу спа без JS-фреймворка, лучше использовать паттерны MVC? Нет, на фронтенде MVC вообще редко используется, лучше брать какой-нибудь MVVM, к примеру. Так... Кстати, и для твоего YouTube фичу, сохраняющую влог тайм-код с вопросом, не думал, на GitHub его пока нет, на GitHub его пока нету, но вы не поверите, оно это умеет. Ну, точнее, как, отчасти умеет. Давайте я даже покажу. То есть, смотрите. Сказал, смотрите, ничего не произошло. Видите? Все вопросы, которые я кликнул, сохраняются вместе с таймстампом о том, когда. То есть остается только дело техники, потом выкладывать это на YouTube, синхронизировать со временем начала трансляции и так далее. Ничего сложного, но пока просто частично руки не дошли, частично еще что-то. Так, а почему у меня хоткеи отвалились? Это очень интересный вопрос. Привет, Вейленд, что ли? Да, похоже на то. Ладно. Так, название канала позаимствовано из названия книги, даже близко нет. Как тебе Nest.js, уже отвечал сегодня? На что посмотреть для Key Value хранилища? Много данных, частая запись. Ну... То есть частая запись, но редкое чтение. А даже не знаю. Вот знаете, причем в голове что-то крутится, что было что-то такое, что типа было прям оптимизировано под это использование, но вспомнить не могу, не посоветую. Пришел на проект, ребята все компоненты оборачивают в React Memo, как объяснить, что это плохая практика. Показать им, ну типа вот сделайте, покажите, смотрите, вот здесь у вас просаживается производительность, вот здесь не просаживается из-за этого, а если не покажете, то как вы им докажете, что это плохая практика? А в чем разница между true программистом и формашлепом? Формашлеп делает то, что ему сказали, а программист вновь привносит бизнес-ценность. Я не шучу, причем. Запись стрима будет. Ребят, это YouTube. Все стримы автоматически пишутся. Ага, логично. Секунду. О, привет, Окта. Юзал Stencil.js? Нет, не юзал. Почему Linux, а не Mac? Я уже говорил, что это ваш, как этот, Mac, к сожалению, ничего не может предложить мне для решения моих задач. Так, извините. Так, соберись, тряпка. Вот так. Да, мя. На вас нет петлички, у вас новый микрофон. Да этот у меня валяется.
все-таки. Он не валяется, используется. Банальный Blue Yeti. У меня теперь вообще какая-то коллекция железяк. Сейчас покажу. На самом деле, почему использую его? Просто потому, что не надо беспокоиться о креплении петлички, чтобы она не терлась об одежду. А дает он достаточно качественный звук. Хотя, конечно же, правильные подкастеры, которые заморачиваются о качестве звука. Привет, Вадим Макеев. Вдруг ты когда-нибудь это увидишь. И Мелихов Андрей. Конечно же, считают это попсой. Ну, попсой не так плохо. Вообще, теперь у меня просто коллекция всего, чего можно. Сейчас покажу. Zoom H4N Pro. Его можно... У него XY-микрофон. Его можно подключить, тоже использовать в качестве микрофона для записи. Эх, какой же я старый. Так, что у нас тут еще? Ага, одну петличку я отдал моему коллеге. Он там пишет контент для базового курса. Ну и мой стандартный походный набор. Тут вот эти две стандартные петлички Аудиотехника валяются для записи. Еще, как это, похвастаюсь. Самая последняя железяка, которой не хватало мне для моей полевой студии, чтобы записывать нормальное интервью, это Lumix G90, модель этого года. На самом деле, если там вы особо не заморачиваетесь, можно взять старую модель G80. У этой модели главное, ну, как главное, для меня главное изменение, кроме того, что она качественно пишет в Full HD видео, очень качественно, это наличие выхода для наушников. Микрофонный вход есть и на старой модели, а вот выход для наушников, позволяющий сразу проконтролировать, что звук пишется адекватно, нету. Поэтому вот, собственно, весь походный комплект. Lumix для того, чтобы качественно писать интервью. Потому что предыдущие интервью писались на экшн-камеру, и это выглядит не очень хорошо. Сейчас я, кстати, естественно, пишусь не на экшн-камеру. Потом из Lumix забирает сигнал с зума для того, чтобы можно было регулировать отдельно уровни громкости каждой петлички. И две петлички Аудиотехника, собственно, на мне и на человеке, который интервьюируется. Во время работы слушаешь музыку или лучше в тишине? Если да, то какие жанры? Очень по настроению. Процентов 50 рабочего времени у меня играет Focus at Will. Это приложение с адаптированной музыкой для мозговой деятельности. По настроению играет что-нибудь тяжелое. По настроению играет что-то типа внезапно, не знаю, там, той же Алай Оли, которая играла сегодня на старте Мельницы. Из русского рэпа какой-нибудь Джонни Бой. Может быть, у меня очень широкие музыкальные вкусы. Единственное, что я очень не могу работать под иностранные композиции. Мозг автоматически отвлекается на перевод. Какой дистрибутив Linux используете? Любимый плагин? У меня Arch Linux, Gnome Shell и каких плагинов почти ничего нет. Как успехи с курсами? Ведется два курса, как всегда, дико продалбываются сроки, но то, что получается, когда там, где сроки не продалбываются, мне сверх нравится. Мы строим реально охренительную систему, которая круто масштабируется, которая технологически сложная, ценная и так далее. Так, пытаюсь сделать свой проект, MVP сделан, дальше закончилась мотивация, не вижу отклика. Можете что-то посоветовать, может быть, сталкивались. Нет, не сталкивался, серьезно. Ну, то есть, если MVP сделан и не видите отклика, то сделайте так, чтобы появился отклик, да? Звучит как: доктор, у меня болит, когда я так делаю. Ну, не делайте так. То есть,
Сделайте так, чтобы у вашего проекта были реальные пользователи. Можешь сказать, что научился чему-то новому у команды GitLab за время работы с ними? Если да, то чему именно научился? Да, научился очень многому, начиная от мелких технических приемов, заканчивая... Я учусь у топовых фронтенд-программистов GitLab тому, как ревьювить людей, как двигать проект, как справляться с несогласными мнениями. При этом это не означает всегда, что задавливать их авторитетом. И где искать грань между бесполезным спором, вот я об этом сегодня уже говорил, типа мне это не нравится, поэтому я буду с пеной у рта отстаивать, что это неправильно, и до «а какую бизнес-ценность это приносит продукту?». Я реально учусь, то есть если раньше я учился мыслить бизнес-ценности с точки зрения, ну давайте так, ближе к владельцу продукта, когда ты владеешь своей компанией, то сейчас я учусь видеть это же с точки зрения программиста. Конечно же, экспертиза помогает и сильно помогает, но тем не менее все еще этому учусь. Насколько новый поток базового будет отличаться от того, что было весной, раз видео по нему до сих пор записываются или перезаписываются уже? Насколько от того, что был весной, нет, не сильно будет отличаться. Так, есть ли промокод на Харьков.js? Пока нет. Какой стор-менеджер в GitLab? Vuex? Там где GraphQL, и у нас много старого Legacy JavaScript. Так. Начал свой проект на Electron, пока не хватает понимания в реализации архитектуры. Может, посоветуешь, какие примеры, best practice и так далее. Честно, я очень больших проектов на Electron не писал. Ну что? Пом-пом-пом-пом-пом. Так, я сейчас налью себе еще воды. И вернусь. Подскажи, для небольших проектов, что бы ты использовал для хостинга... При довольно ограниченном бюджете AWS, Azure, Heroku, я бы внезапно почти все из этого обойдется вам дороже, чем какой-нибудь сервер на Хетцнере. Только админить его придется самому. Если на вакансию сеньора кандидат скидывает ссылку на репу с примером кода, где много логики и ноль тестов, это нормально? Такое чувство, что большая часть фронтенда сегодня очень оптимистична. Да вы знаете, и бэкэнда тоже. Спросите, почему так. Послушайте, что он ответит. Решаешь иногда алгоритмические задачки? Последнее время только с практической точки зрения, но решаю. Спортом каким-нибудь занимаешься? Да, занимаюсь, хотя вот лето все продолбал. Но ничего, придет осень, будем дальше крутить. Сколько человек входит в команду фронтенда в GitLab? Понятия не имею, у нас было... Нас уже, наверное, человек 50, хотя я могу ошибаться. Как-то не слежу. А в GitLab планируется ли фича для GitHub Pages? Или может она есть в Enterprise Edition? Она есть и не в Enterprise Edition внезапно. И называется она, вы не поверите, сюрприз-сюрприз, GitLab Pages. Так,
Как тебе property based testing? Property based testing. Я вот думаю, как бы сформулировать, честно говоря. У него очень, скажем так, теория крутая. На практике его очень сложно внедрить. В реальности я верю, что у mutation тестинга больше и лучше перспективы, чем у property-based тестинга. Есть задача связать реальный дом-элемент с экземпляром класса и со стримом потока байт. Речь все происходит в браузере, насколько подойдет React, насколько подойдут Vue. Абсолютно одинаково. Ты сказал, что для фронта лучше взять MVVM, но если не хочется писать связку, хочется прям сразу написать SPA. Ребята, это ну типа никак не влияет. Используешь символы, maps и sets в коде, можешь назвать примеры? Конечно, использую. Символы, да господи, как эти мапы и сеты, скажем так, используются там, используются по назначению. Чаще всего мапы и сеты используются вместо обычных объектов, когда ключом является не строка. Символы используются, когда нужны символы, когда нужно что-то гарантированно уникальное, чтобы оно сохраняло семантику. Какие алгоритмы чаще всего приходится применять на реальных задачах? Обходы деревьев чаще всего. В ширину, в глубину. Вот прям в реальных задачах. После работы в компании наш React нашел другую, сходил на собеседование, потом мне HR ответил, что им нужны мидлы, я не прошел. Разве мидл должен так много знать, что даже у года опыта недостаточно? А с чего вы взяли мерять компетенцию годами? Принимал ли ты на работу сотрудников, которым было меньше 18 лет? Как ты к этому относишься? На работу не принимал, а вот стажировку у меня проходили, отношусь спокойно. Бывало ли, что чего-то не получалось достаточно хорошо протестировать с помощью Vue Test Utils из-за Vue магии? Нет, не бывало, потому что... Причем тут Vue Test Utils? Сам Vue, по сути, скажем так, магия не там, где хочется, где вам кажется. Я же говорю, бывало, что вот во Vue Test Utils баги есть. Приходится вот создавать pull-реквесты. Есть ли какой-то инструмент для отображения статистики гитлабовских мерджи-квестов на проекте? Конечно же, есть, и это прямо сейчас активно развивается на Leakix Dashboard, но это доступно только в очень дорогих пакетах, если мне не изменяет память, в Silver и в Gold. Так, получается, что все паттерны проектирования имеют право на реализацию для написания SPA. Ну что значит все паттерны? Ну то есть, ребят... Теоретически, да, вы можете решить задачу с любой, с любым подходом. И все не имеют права на жизнь. Просто есть, скажем, вещи, которые так приняты. А какое, на твой взгляд, лучшее решение для жизненного цикла приватной документации проекта, если часть из нее должна гискоды генерироваться? GitLab, Wiki нельзя пушить CI-ки, просто MD читать неудобно. Да господи, любой статический этот ложек, да, и просто его выливать куда-то. Ручками инфраструктуру с Engine тоже не очень кайф поддерживать. Да ну ладно, ну серьезно, у нас свой GitLab. А что, ну, так возьмите, у вас, а чем вам не нравится тот же GitLab Pages, который тот же статику отдает? То есть пусть ваша CI-ка коммитит в репу с GitLab Pages.
Если преимущество у GitLab Pages перед Netlify, я не могу вам сказать, я никогда не использовал Netlify. Аутентификация. О, да, аутентификация в GitLab Pages это та-та, согласен. Как правильно мерить компетенцию? Никогда не работал в компании, только фриланс. Сложно определить свой уровень, знания разбросаны, где-то глубокие, где-то поверхностные. Сходите на собеседование. В конце концов, вашу компетенцию решает рынок. Нравится вам это или нет? Все решает рынок. Приходилось ли использовать генетические алгоритмы в работе? Если да, то в каких задачах? Да, приходилось с использованием генетических алгоритмов. Строили, сейчас как бы это сформулировать. Модель оценки реального количества топлива в баке по неусредненным показателям этого количества топлива. То есть у вас есть бак, в нем сенсор, который показывает уровень топлива в баке. Проблема в том, что реальность, она интересная. Машина едет по дорогам, дороги не лучшего качества, топливо плещется. У вас есть температура. От температуры топливо расширяется. Это было на грузовых машинах, где расширение топлива существенно показывает все это. У вас есть всякие нюансы, типа, как бы вам сказать. В общем, у вас есть много-много входных данных. И почему нельзя применить нейронку? Потому что очень сложно оценить качество полученной кривой. Но очень легко, потому что ваша задача типа вывести правила, по которым все это усредняется, и построить, грубо говоря, график. А вот критерии выживаемости популяции построить легко. То есть есть определенные правила, по которым типа нет, точно нет. И вот, вот для такой задачи применялся генетический алгоритм. То есть мы генерировали поколение решения задачи, которые мутировали, улучшали и так далее. Какой, по твоему мнению, опыту был лучше и более-менее гибкий в настройке использования CI-сервис? GitLab. Вот серьезно, я многократно это говорю, что я хайплю GitLab как CI-ку не потому, что я там работаю, потому что искренне считал последние 5-6 лет GitLab самой оптимальной CI-ки по соотношению мощность-простота. Кто круче, бэкэндеры или фронтендеры? Куда порог входа ниже, где больше плохих разрабов? Одинаково, совсем одинаково. Какие есть советы по безопасности приложений с аутентификацией Vue плюс Node? Заголовки с помощью Helmet.js пользу несут, JVT используется. Абсолютно все стандартные практики, которые есть, грубо говоря, в OWASP. Поэтому никакой специфики ноды нету. Никакой специфики Vue нет, тем более, потому что Vue это фронт. Ну, в конце концов, на фронте, грубо говоря, основное, от чего вы защищаетесь, это от XSS. Ну, давайте будем откровенны, худо-бедно, если вы вменяемый, все ваши фреймворки защищают от XSS. Интересны ли вам криптовалюты и разработка в этой сфере? Категорически неинтересны. Почему JavaScript? Просто это уже тогда был язык, который позволял работать с фронтом, с бэком и так далее. Поэтому JavaScript... 14 лет назад выбрал.
14 лет назад даже Нодвина не существовало. Вместо нее был Рина, как носорог. Я с ним тоже развлекался. Так, ну что? Давайте минут 5 еще поговорим и буду закругляться, поеду кататься на мотоцикле. Как думаешь, насколько JavaScript хорош для алгоритмических задач? Алгоритмические задачи почти всегда без разницы решать на каком языке. Но то здесь для алгоритмических задач важны парадигмы, да, императивные, функциональные и так далее. Решение JavaScript, решение алгоритмической задачи на какой-нибудь scheme, которая схема, которая диалект Lisp, будет сильно отличаться от решения на JavaScript. А вот решение на JavaScript и на C будет отличаться не сильно. В JS нет priority queue, например. Господи, трагедия какая. Priority queue, ну то есть... Если вам нужен этот примитив, вы берете любую библиотеку, реализующую Priority Queue. Насколько... тут мы говорим уже не о языке, а о стандартной библиотеке. И это совершенно разные вещи. Да, в JavaScript нет стандартной библиотеки, но это небольшая проблема для решения алгоритмических задач. Насколько сложно сейчас написать конструктор лендинга, в какой бы брал стек? Брал бы React, насколько сложно? Нет, не сложно, но геморроя будет очень много. Насколько большую роль в React приложении играет иммутабельность, когда и какие библиотеки стоит использовать? Если вы задаете такие вопросы, иммутабельность вам брать не надо. Серьезно. Как тебе Go? Ну, хороший нишевый язык. Ну, как бы... Хорошо решает задачи организации многопоточности и производительности небольших приложений. Как, на твой взгляд, лучше стили в React оформлять? Пробовал Styled JSX или Styled Components, но все это как-то не очень. Не хочется стили в JSX, но нужен скоп. Берите Shadow DOM, раз вам хочется стандартизации. Почему нет? И будут у вас стили изолированы. В процессе тестирования разрабатываются ли тесты на предмет безопасности, или этим занимаются не программисты и безопасные? И занимаются и те, и те. Какого coverage в тестах в GitLab достаточно или не играет особой роли? Ну, на самом деле, стремятся покрывать всю логику тестами, но как специально как бы на циферке никто не увлекается. Как ты думаешь, почему на Svelte до сих пор нет ничего-то типа квазар? Ну, просто не написали. Только поэтому. То есть, я думаю, у меня есть ощущение, что потребность в такой вещи есть. Ну и, собственно, ваш вопрос отчасти это показывает. Но пока не написали. Так. Постоянно слышу на собеседах вопрос про varlet и const, может дать развернутый ответ. Var нормально, ну, ребят, камон, ну, типа, это же детство, поэтому развернутый ответ не ждите, да? Var никто не использует. Let, если вам надо изменять значение переменной, const, если не надо изменять. Все. А дальше понеслась. Можно разговаривать про всплытие, про TDZ, temporal dead zone, про то, что можно мутировать в const, то есть как объявлен константный объект, неконстантный, но камон. Погуглите ответ, это вас разовьет. Так... Вы есть в Инстаграме? Конечно, есть. Ксанф. Добрый день. Нужно ли устанавливать специальное ПО для защиты серверless? Ну, почти всегда
платформы серверless, которыми вы пользуетесь, предоставляют то или иное решение, независимо от этого. Но серверлесс так или иначе надо всегда учитывать. Как это? Надо серверлесс надо защищать так же, как и любой сервис. Если у вас мнение по поводу Headless CMS, поддержки GraphQL, разве они не являются интересным решением для быстрого создания простых в администрировании приложений? Я еще не видел ни одной хорошей Headless CMS с поддержкой GraphQL, тем более. Возможно, мне просто не везло. Читал ли книгу Cracking the Coding Interview? Да, читал. Хорошая, как это, практическая книга. Так, и на этой мажорной ноте будем закругляться. Спасибо вам всем, что были. Спасибо всем студентам, кто терпит задержки на курсах. Я ушел, пойду покатаюсь и буду дальше работать. Потому что ночь — это время, когда никто не мешает и можно спокойно работать. Спасибо всем. Пока.